смотрим обновление 1.3. Походу, очень популярная работа. Сколько? 18 с половой? Ровно. Ничего. 10 раз крутанул вот эту рулетку. Пацан крутит этого однорукого бандита. Такие кэша выбивает. А это кто такой? Здорово-здорово, дорогие друзья. С вами, как всегда, я Эван. И мы сегодня продолжаем играть на сервере Smotra Rage. Все как всегда. Хотел вам бы сразу сказать, как вы будете заходить на сервер, вводите мой именной промокод Эван и получайте 50 тысяч игровой валюты. Сдавайте на права и сразу идите работайте на свою мечту. А сегодня мы смотрим обновление 1.3. Приятного просмотра. Тоже добавили обновление 1.3. Самое главное, это, можно сказать, была новая работа дальнобойщика, как вы видите. Сейчас мы поедем, посмотрим все ближе. Про дальнобойщиков расскажу. Там три автомобиля. Это один Actros такой себе стандартный, потом Volvo VNL, и потом уже Actros такой прокачанный, красивый. Сделали казино, там всякие прокрутки, не прокрутки, там сейчас мы это все посмотрим. Добавили новые анимации, кстати. На кнопку Z. Вот, а у меня только вот такая анимация. А, нет, все норм. Спорт. Типа, у ЕМА сколько здесь анимаций. Бег на месте. Ну, в принципе, прикольно. Еще так чисто для, не знаю, каких-то видосов, каких-то интересных, таких, как я снимал по типу свадьбы. Прям самое то. Также на карте изменили не значки. Сделали там, где территория, вот такую вот шляпочку. Интересно. Такого ковбоя. Новый значок ночного клуба. Новый значок Los Santos Customs. Вот такой вырезанный просто. Новый значок ЕКХ. Значок вот такой вот казино. И все, вроде значков я больше не увидел. Новая категория Е. То есть, если вы хотите работать дальнобойщиком, надо сначала сдать на С. Я так понимаю, а потом сдавать на Е. Добавили, кстати, остров, который из обычной GTA-шки, который в новом ограблении вот сюда едете, в аэропорт. К такой сумке, вот такой розовой, едем. Там посмотрим, сколько она стоит, вообще стоит перелет. Были всякие мелкие доработки, типа там чат доступен во время рыбалки, там обращение в аэропорт теперь через телефон, т.д. и т.п. Добавили новые транспортные средства, это самое интересное. Это 200-й крузак, рестайлинговый, второй рестайлинг. Добавили М5 F10, М5 F90 рестайлинговую, Aston Martin, GLE, E63S 213 рестайлинговую, X5 F95. И убрали такие тачки, как ML63, A45, Range Rover SVR Sport, то есть, и Lexus RCF. Самое обидное, если честно, мне за Мельку. Мелька прям вообще то было. Смотрите, как вообще атмосферно. Кстати, фуры именно прицепы сами засинхронены. Нету такого, как в МТА, что они просто едут за там 3-4 метра от прицепа. А давайте, чтобы никому не мешать, я отъехал вот сюда. Смотрите, сколько здесь фур просто. Кто посчитает, сколько здесь фур, я закреплю комментарий, и еще оттуда едут, вон. И здесь сколько? Это же я просто не знаю. Что такое может быть? Походу, очень популярная работа. В эту работу мы посмотрим в следующей серии. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить интересного. Реально, кто посчитает фур, лайкну и закреплю комментарии, потому что их очень много. Еще здесь стоят, еще половина едут. А когда конвой такой большой едет, это вообще дичь. В принципе, работу что, смотреть я не могу, потому что... Мне надо поехать сдать на категорию Е, это все будет в следующей серии. А мы, в принципе, сейчас поедем в автосалон мультибренда. Вот, кстати, крузак стоит новый. Давайте, чтобы не ехать мультибренда, вот просто новый крузер покажу вам. Вот такой вот крузер, вообще такой красивенький, очень красивая моделька, такая темно-красная. Здесь Цой играет, там сектор газа и чё. Тот сервер вообще зашел. М3-46, но она уже была. Поехали посмотрим, что хотел. А, поехали посмотрим по ценам. Что по ценам именно перелета в аэропорту на остров. И поедем посмотрим на новые башки АМГшки. И зайдем в конце в казино, посмотрим, что почем. Ну и в принципе все. Там есть тоннель внизу. Или что-то такое. Кто был, когда опять играл? Кто сюда вообще спускался? Или это метро? А, новый айфон, я понял. Это метро какое-то? Или что? Или подземный какой-то переход? Да, забегаем. Все. Полет на остров. То есть бесплатно, да? То есть смотра сделала бесплатный перелет. Вот этого я точно не ожидал. Прям вообще не ожидал.
Открываем каталог автосалон BMW. Смотрим, так, сюда где-то. F10. F10 едет 300 км в час и стоит 5700. В принципе, в белом свете она смотрится очень классно. В таком матовом, очень красивая тачка. 5700 за 300, ну такое, если честно, не особо. И они, кстати, да, добавили новую модельку. Они убирали там старую в 90, которая ей 330 тоже, кстати, и стоит 9 лямов. Они просто добавили на лям, или на сколько, на полтора дороже, за то, что ты хочешь купить там рестовую в 90, которая ей тоже 330, а бак у нее что? Тоже 68 литров. И бак тоже 68 литров. И крайнюю баху, которую они добавили, это X5M F95. Вот такой. Модельки, в принципе, очень-очень красивые. Так как я не любитель F95 X5, выглядит он очень сочно и очень привлекательно. Стоит 14500, что очень дорого, мне кажется. И едет 285 км в час. Только не понимаю, зачем добавили F2 F90. Типа, они не хотели убирать старую, на которой есть винилы. Не хотели добавлять какие-то пакеты новые, там, тюнинга, как на CCD, там, комплекты, чтобы в рест переделать. Смотрите, вот еще какой-то стоит X5M. Уже не стоит. На номерах, кстати, там были прикольные. Все, садимся в свою старую 40-летнюю BMW. Вот, кстати, новая Ешка поехала, которая очень красивая. И, скорее всего, я куплю ее в следующей серии. Вот еще один крузак. Все почти ездят в новых тачках, кроме меня. А мне еще, не знаю, еще с прошлого, с позапрошлого, позапрошлого обновления E39. Так, гори-гори ясно, советую все-таки AMG, заходим. Было бы прикольно, если были бы они стоковые, а мы потом переделали там в AMG, в Brabus, но мне кажется, это так скоро и будет. Какую новую Ешку добавили? 213-2020 год. Вот, кстати, она. В белом цвете. Кстати, едет тоже 330, как я... F90. Только бак у нее на 2 литра меньше. Но выглядит новая Ешка, мне кажется, даже покруче F90. Рестайлинговый. Намного лучше. Вот старая еще вот такой. Тудым-сюдым. Вот такая. Ну, конечно, тоже красивая, но рест прям вообще идеально. Только цену они 2,5 ляма сделали больше. Если F90 на 1,5 рестайлинг дороже, то здесь на 2,5 дороже. Да, что еще? Добавили сколько? 18 с половой? За этот GLE прыгаешь? Конечно, GLE красивый такой, но 18 с половой, мне кажется, за него очень много. Лямов, ну окей, 12, ну 15, окей, как и X5M новый. Кстати, едет так же. Бак не помню. Ну, 19 лямов за GLE. Едем, короче, в казино сливать бабки. Приезжаем в казино, находится он там, где и в стандартной GTA-шке казино. Вот я не замечал раньше, был ли тут здесь такой стол был большой. Мне кажется, не было, не добавили его. Не знаю, откуда они его взяли. Дальнобойщики ездят здесь. Все самые новые автомобили. Это Lancer 9 или 8. Бэшка на трех ушках, трех единицах, 77. Красивые номера. Убираем свои 39. А, вон Цашка еще стоит. Но здесь прям очень много было народу. И заходим. В принципе, мы зашли, увидим, что крутится GTR, который мы можем выиграть, в принципе. Если будем крутить рулетку. Рулетку можно крутить за 50 тысяч фишек, которые стоят 500 тысяч рублей. А, то есть я понял. Одна прокрутка стоит 500 тысяч. Смотрим, что по цену выпало. И... ему выпало ровно ничего. В принципе, я не буду сегодня крутить рулетку, у меня денег нет. Ну, как бы есть, но я не хочу тратить. Но если вы прям хотите, я могу заснять видос, где 10 раз крутну вот эту рулетку. Не знаю, стоит ли этого или нет. Как бы 5 лямов тратить. Что мы можем здесь получить? Можем получить одежду, которая нафиг не нужна. Можем окупиться. Это 600 тысяч, окупаемся. Секрет без понятия, что может быть. Пацан, походу, выиграл в скобочках. Можем получить 100 тысяч, если окупимся фишек. Можем получить... что там написано? 300 тысяч, не окупимся. 6 голд окупимся.
плюс-минус прям в ноль уйдем, я бы сказал. 9 голд окупимся, и там фигня. Короче, очень мало шансов окупиться. И очень часто выпадает сектор ничего. Вот пацану почти повезло, почти тачка выпала, но не судьба. А что я хотел сказать, что я вчера не удержался и все-таки крутанул рулетку. Пацан все бабки просрал. Я, короче, не удержался и крутанул рулет. И сейчас я вставлю этот фрагмент и посмотрите, что мне выпало. И тут я опять облажался, и у меня Shadow Play записывал второй монитор. Но я вам скажу так, я потратил 500 тысяч, и мне выпало ровно ничего. Здесь прям вчера очень много в автоматах сидело. Вот пацан крутит этого однорукого бандита, или как оно называется. 500 фишек, 100 фишек. Вот здесь сколько народу просто... Если хотите найти кого-то игрока, заходите в казино. Это самое популярное просто место. Давайте один раз крутанем. Добро пожаловать в The Diamond. Мы рады приветствовать вас в нашем заведении. Чем я могу вам помочь? Купить можно от 1000. Угу. А смысл тогда? Ладно, 10 тысяч стираем. Покупаем фишку. Розетка, дай 5к, пожалуйста. Вот, пацаны, здесь... Фишки крутят. Так, а дальше здесь работает все, да? Здесь еще и люди есть, капец. Чего багается? Метка красная. Это еще не стол... практически. Есть сегодня ночью повыкси. Если что, вот эти столы сейчас не работают. Не знаю, как это играть. Вот эти красные, черные, там, парные, не парные. Арест. Это тоже не работает. На сотку, да? Вот. Садимся. Вид от первого лица, ничего себе. Так, я сел, что дальше? Ага. А, я на 25 сел. Я понял, давайте докрутим уже. Никогда не сидел в игровых автоматах в реальной жизни. Играл в всяких самповских проектах, но в GTA 5 это смотрится дико. Короче, а можно выйти? А, то есть если ты зашел... А, вот, все, может. То я думал, пока не срываешься деньги, не выпустят. Садимся за 100 фишек. Прокрут 9 раз. Вот. Смотрим, что мне выпадет. Если окуплюсь, это будет вообще идеально. Пацаны здесь такие кэши выбивают, именно в чате видно. Если бы 3 семерки выпало, было бы вообще идеально. Сливка, арбуз, сливка. Такое. Пила, не пила. Вообще, какой шанс выбить что-то? Мне кажется, вообще здесь нулевой. Я просто зашел только что, 10 тысяч отнес. И все. Давай с последней. Пацаны, а что чекпоинт не работает? Я понял, пацаны. Не играйте в казино, вы еще матерям нужны. Вот. Но самое зло, вот это, большая рулетка. В принципе, пацаны, на этом все. Такое вот обновление 1.3. Добавили казино, новую популярную работу дальнобойщики. В следующих сериях мы посмотрим, сколько же на них будет платить бабок. Стоит ли там работать. Если да и ТП, это кто такой? Роза. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие видосы. С вами был Элон. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи и всем пока-пока.